приветствую вас. Вы знаете, мне думается, что очень много из вашего рассказа связано с особенностями культуры и национальности, в которой вы живете, то есть в среде, в которой вы живете. Я думаю, что ваша позиция как, ну, как женщина, да, я думаю, что она, эта позиция, целиком и полностью продиктована традиционным пониманием семьи. То есть это именно традиционное понимание семьи, когда женщина занимает роль исключительно ведомого, да, а мужчина занимает роль, наоборот, исключительно ведущего. И такое впечатление, что вы, живя вот в этом определенном мире, достаточно идеализированном мире, как мне показалось, не были готовы принять реальность такой, какая она есть. То есть я здесь говорю вот именно о том, что у вас ожидания есть ожидания, ну вот, в плане поведения. В плане поведения своего мужа, в плане того, как он должен себя вести, по вашему мнению, вот, есть определенная зависимость от него, на мой взгляд, у вас, есть определенная собственная, скажем так, ну, проблематика, то есть вы явно не до конца в себе уверены, явно вы сомневаетесь в себе, и вы занимаетесь, по сути, перекладыванием ответственности за эту ситуацию себя на вашего мужа, вот, который в данной ситуации поступил, может быть, и нехорошо, и не может быть даже, а совсем нехорошо он в этой ситуации поступил, тут я с вами согласен, вот, но, на мой взгляд, его поведение здесь, оно обусловлено было именно, опять же, теми самыми социально культурными аспектами, вот, которые являются составной частью вашей жизни, вот. То есть мне это видится вот так, мне это видится так. То есть родители для, значит, если я правильно понял, мусульманских семей, да, или для исламских семей, вот, я не очень в этом разбираюсь, вот, достаточно важны, родители играют огромную роль в отношениях, ну, в жизни своих, значит,
детей. Вот. И дети при всем желании не могут, значит, отдалиться от родителей, так, как им бы этого хотелось. То есть ваш муж, он, может быть, и хотел бы отдалиться от своих родителей и не делать всего того, что он делал. Вот, но проблема заключается в том, что для этого нужна определенная воля, для этого нужны определенные установки, для этого, по сути, дел нужен, я бы сказал, что для этого нужен определенный багаж, определенные средства. А средств этих у вашего мужа нет. И если раньше он верил в то, что он может это сделать, то, видимо, со временем он все больше и больше терял веру в себя, и со временем он все больше и больше понимал, что не справится. И здесь, конечно, ну, на мой взгляд, важную роль играет именно то, как вы все это воспринимаете, да? То есть вот насколько вы воспринимаете то, что произошло, насколько адекватно. То есть вот, чем были продиктованы ваши ожидания каких-то действий, да, от своего мужа. То есть, по факту, вот то, что происходит сейчас, да, это претензии к мужу за то, что не получили вы, это претензии к мужу за то, что нужно вам, понимаете, вот по факту, как это происходит, вот. И это деструктивный путь, как, в общем-то, сказал мой коллега, да, это деструктивный путь, потому что он ведет, по сути, только к конфликтам, вот. А если вы любите своего мужа, то любовь — это принятие. Это принятие его позиции, это принятие его выбора. А это если мы говорим про любовь именно. Если вы считаете, что мужчина вас предал, да? Ну, я вот не собираюсь, да, переубеждать вас, говорить, что он там ничего плохого не сделал. То есть, если вы это мерило. Вы это мерило. Вот вы говорите, что он вас предал. Он действительно поступил, на самом деле, ну, не очень хорошо. Вы это понимаете, это здорово. Вот. Значит, вы пишете, что сердцем плачете. Но, понимаете, плач сердцем — это, по сути, плач желаниями. И здесь волей-неволей возникает вопрос. Вот вы говорите, что скучаете. Вот. Ну, вы говорите, что скучаете по, значит, мужу и так далее. А почему конкретно вы скучаете? Не могли бы вы вот этот момент пояснить? То есть, понимаете, я чувствую по вашему тексту, да, очень много желаний ваших. Очень много ваших желаний, очень много каких-то ожиданий, очень много претензий, да, вот. Но при этом нет такого, знаете,
нет взрослого разграничения одного от другого. Именно ограничения нет. Нет ограничения. Взрослого ограничения одного от другого нет у вас. Если вы понимаете, конечно, о чем идет речь, я надеюсь. Вот, то есть нет ограничения того, что хочу я, того, что нужно мне, от того, что нужно, например, для другого человека. И из-за этого отчасти происходит наложение одного на другого, да, то есть вот вы свои желания, то, что вы хотите, а вы по факту переносите на мужчину своего. А это как раз-таки очень деструктивная позиция, потому что за свои желания вы ответственны все же сами. Вот, свои потребности, за то, что хотите именно вы. Как и то, что вы согласились родить ребенка, да, то есть это не муж вас уговорил. Вот, то, что вы говорите, что он выпрашивал вас, там, и так далее, это перенос ответственности, опять же. Перенос ответственности. Вот. Ваш муж, может быть, он и выпрашивал у вас ребенка, но решение это было ваше. Это было вашим решением, а его, значит, ну, зачать, понимаете? Вот, только вашим и ничем больше. И вот, как только вы примите на себя ответственность, значит, за это, то я полагаю, что вам будет легче. Потому что сейчас основная проблема это в том, что вы не принимаете ответственность на себя за то, что произошло с вами. Вот. Теперь давайте, значит, мы разберем ваш текст. Он такой получился довольно большой. Значит, мне 24 года, замужем 1,5 года, муж 26, беременна 5 месяцев. Значит, ну здесь вот вы говорите, что со студенчества вы знакомы, да? Тут, конечно, хотелось бы понять немного лучше, откуда такая спешка выходить замуж. Вот. Конкретно. Ну, конкретно у вас. Вот. То есть, по какой причине вы так торопились выйти замуж? За мужчину? Тем более, что у него, как я понял, не было своей квартиры, да, то не было своей же площади, и вам предлагалось жить с родителями. Вот. То есть какая была необходимость в том, чтобы выходить замуж, да? Это первое. То есть рано. Второе. Значит, с мужем не живем вместе 3 месяца, я у родителей. Мы жили с его родителями, планировали съехать через год после свадьбы, накопив на жилье. Первоначальный взнос хотя бы. Ну вот. Понимаете?
такое ощущение, что вы оба, ну, помимо того, что у вас, у обоих первая любовь, да, то есть само по себе это уже настораживает в том плане, что первая любовь, она нуждается в проверке, она нуждается в том, чтобы, так сказать, пройти испытания временем, испытания проблемами, вот, и понятно, что первая любовь во многом идеализирует, значит, партнера, и понятно, что совместное проживание с родителями, это сразу это испытание большое, вот, то есть тут, мне кажется, вы очень несерьезно подошли к решению этих моментов. Значит, мы жили с его родителями, чем был обусловлен выбор проживания с его родителями, да? Более, что у вас есть вроде как свои родители, у которых вы тоже живете. А, вот, значит, планировали съехать через год после свадьбы, накопив на жилье первоначальный взнос. Ну, а вот, знаете, лучше бы деньги, значит, соответственно, на жилье, которое вы потратили на свадьбу, например, и потом бы вы уже могли бы, значит, жить, ну, жить вместе, а можно было бы свадьбу сыграть, вот. А вы поступили не так, или там сперва, например, обустроить жилье, приготовить его, а потом уже, соответственно, пожениться и переехать туда, вот. А у вас какая-то именно спешка, в том плане, что нужно быстрее именно пожениться. Вот, и вы знаете, мне почему-то думается, что это не случайно произошло, а связано с тем, что вы, ну, были недостаточно уверены друг в друге и боялись друг друга потерять. Спустя год и запланировали беременность. Не очень понятно здесь. То есть через год после свадьбы вы планировали переехать, да? А еще через год запланировали беременность. Знаете, вот для отношений по первой любви, да, для отношений по первой любви, у вас, надо сказать, довольно много планирования, я бы сказал. То есть я бы сказал, что у вас слишком много планирования для первой любви. Это странно. Такое впечатление, что каждый из вас хотел реализовать какие-то, ну, именно свои цели, именно свои задачи, вот, через этот брак. Потому что, если люди любят, да, то им, в принципе, все равно, где жить, все равно, с кем жить, все равно, там, где и как лишь бы вместе, вот. То есть тут аспект такой интересный, планирование, да, чем было оно обусловлено. Дальше, все шло по плану, купили билеты, собирались уезжать, но мама мужа, манипулируя плохим самочувствием от новости о нашем переезде, не дала добро на поездку. Ну,
Я же понимаю, да, что для мамы это не стало новостью. То, что вы собирались уезжать, да? Скорее всего. Для мамы не стало неожиданностью то, что вы хотели уехать, я так думаю. А значит, ее плохое самочувствие было вполне ожидаемо. А значит, мужчина не мог не знать о том, что, скорее всего, ситуация будет. А значит, он либо был не подготовлен к тому, что это произойдет, то есть проявил халатность, беспечность по отношению к данному моменту, что вряд ли, как показывает ваше дальнейшее повествование, что вряд ли имеет место быть это, потому что, ну, мужчина довольно серьезный все-таки. Вот. Либо он целенаправленно всю эту ситуацию провоцировал, зная, что это, ну, что это произойдет, и таким образом, по сути, предоставив маме все решать самой. То есть всю грязную работу он отдал маме своей. Вот, я опять же не берусь утверждать это наверняка, но очень похоже на манипулятивные действия со стороны вашего мужа. Потому что, ну, серьезно, я не верю в то, что он так вот. Мой сразу вернул билеты и сказал, что будем жить с ними до родов и после еще 2-3 месяца. Вот. То есть не похоже это на что-то неожиданное, понимаете, больше похоже на повод. Повод для определенного решения. Вот. Кроме того, кто значит не дала добро на поездку? Что это значит? Не дала добро. Это как? Не дала добро. То есть это имеется в виду, что она что, не разрешила или как это? Не дала добро. Она должна была дать добро. То есть в ваш план изначально входило, что мама дает добро на там поездку, например. Просто вот, как вы выражаетесь, да, не очень понятно, что именно вы имеете в виду, говоря об этих принципиальных вещах. Вот. Значит, дальше муж сразу высказывает, что мы будем жить дороже. То есть очевидно, что детям говорит то, что ему хотелось. И очевидно, что уезжать он не хотел. Кстати, не совсем понятно, куда уезжать. Так как дом еще строится, после того, как вы уже расстались, он ездил проверять дом. То есть не очень понятно, куда именно вы собирались уезжать и где вы собирались жить. Потому что если было где жить, то непонятно, почему не уехали туда сразу. Дальше. В целом, весь год я только и ждала переезда. Пишите вы. То есть здесь как бы уже момент, что вы, получается, не были довольны проживанием. А значит, не наслаждались совместным пребыванием со своим мужем. Вот, не наслаждались, не могли наслаждаться совместным пребыванием с ним. А это значит, что вы не жили здесь и сейчас. А это, в свою очередь, означает, что вы жили будущим,
что обозначает, ну, что, как бы это сказать, проявляет вашу детскую позицию, то есть я живу в будущем, не живу здесь и сейчас, живу своими желаниями, да, вот, и надеюсь, что это будет временно, вот, и, пожалуй, первый основной момент, который я увидел, это ваше неумение жить здесь и сейчас. То есть наслаждаться тем, что есть здесь и сейчас, наслаждаться тем, что есть у вас прям вот на текущий момент, да, и, соответственно, принимать такие решения, которые не удовлетворяют какие-то ваши потребности на текущий момент, а принимать временные решения, которые, ну, далеко не всегда идут вам на пользу, грубо говоря, вот. Это, в свою очередь, да, свидетельствует о том, что вы, возможно, себя недооцениваете, себя обесцениваете в глубине души, считаете себя, может быть, недостойной, что проявляется в том, отчасти, что проявляется в том, что вы говорите, что недостаточно хороши для его мамы, и вас это напрягает. Ну, как бы вас это раздражает, что вы недостаточно хороши для его мамы. То, что вы, в принципе, не можете быть хороши для мамы, мужа, это вы не допускаете такого. Далее, муж работает вахтой, а вы об этом не знали. Я скучала, дома у них папа, мама, братишка, иногда сестренка приезжают, учатся в другом городе. И так мало времени было у нас только друг на друга, так еще делила его с его родственниками. Ну, здесь опять же, понимаете, ваш выбор. То есть вы приняли решение год жить так. Вот теперь вы говорите о том, что вы их там делили. Значит, ну вот, что вы говорите, что делили его с родственниками и так далее. То есть это уже какая-то такая, знаете, соревновательная позиция здесь. То есть что значит делили? Что значит делила? Вот. Что значит мало времени дело не в, я бы сказал, что дело не в количестве времени, а в качестве, как вы его используете. Вот. Ну и опять же, такое впечатление, что вы как будто, знаете, приехали сразу, ну, приехали с мужем, да, сразу, как будто бы с концами. Просто с концами. То есть, как будто бы без возможности вернуться. Возникает вопрос, а раньше вы где жили? Ну, до того, как поженили. Вы же где-то жили? Ну, можно было бы как-то пробно приехать, побыть вместе, но вы этого тоже не сделали. Вот. И тоже здесь интересна субъективная сторона данного вопроса. Дальше. Самой главной проблемой было то, что нас с ним не воспринимали как отдельную семью. И вы приехали именно сюда, где вас не воспринимали как семью. Это первое. Второе. По какой причине данный аспект в принципе является проблемой.
ну, не воспринимает вас кто-то как, ну, как семью, да, не воспринимает вас кто-то как семью. Ну и что? А должны, а могут воспринимать-то как семью, вас могут, ведь не каждый человек может воспринимать что-то другое так, как хочется, например, вам. У человека ограниченные возможности свои. Например, мама вашего мужа не могла воспринимать вас как семью. Ну и что? Меньше семьей от этого вы не становились. Или все-таки становились. Понимаете? Вот. И тут вот очень, очень важный момент, на мой взгляд. Что вы подразумеваете под восприятием вас в качестве семьи? Конкретно. Почему для вас это так важно, например? Вот. Ну, чтобы вас воспринимали как семью. Вот. Об этом нужно подумать. Дальше, мы живем в Казахстане, и вот у меня достаточно традиционно. И опять же, вы это знали. Вы знали, что его семья традиционная, и вы выбрали себе такого мужчину. Понимаете? Какой аспект важный здесь. И вы как будто сейчас не готовы к этому. Ну, к тому, что вот такая история. Несмотря на то, что муж теперь женат, родители продолжали жить так, как будто он в первую очередь их сын, а уже потом мой муж. Простите, а как это коррелируется с тем, что семья традиционная? Если семья традиционная, если по традициям это правильно, то в чем проблема? Для вас. Понимаете, какая история? И потом, насколько я знаю, невеста, да, она действительно находится на вторых ролях. Главный родитель. Вот. Вопрос заключается в том, насколько вы готовы к пониманию этого. Вот. К тому, что это реальность. И делали ли вы что-то, чтобы вас воспринимали семьей? Понимаете? Делали ли муж что-то, чтобы вас воспринимали семьей? Ведь если вы родителям, самым близким людям не можете показать, что вы семья, то что говорить о других? Что говорить о других проблемах? Он платит за машину родителей, это его выбор, за учебу сестренки, это его выбор, за ее проживание в съемной квартире, это ее выбор, хотя можно жить в общежитии, это уже ваше решение и родительская позиция, это ваше решение, понимаете? И мама просила деньги на свои личные расходы. Опять же, мама просила деньги на свои личные расходы у кого? У сына. У своего сына. Может он это делать? Да, может. Может сын это делать? Да, может. Но без ущерба для вас. Понятное дело, что без ущерба для вас. Это понятно.
Понятно, что не должно быть никакого ущерба вам, это естественно. Но от вашего поведения зависит то, насколько муж позволял себе такие действия ваши. Судя по тому, что вы ушли только после того, как он отказался приезжать с вами, вы готовы довольно многое терпеть. Чему же здесь удивляться, что муж давал деньги маме даже в ущерб вам? Вот. Ну и вы говорите, что не меркантильная, да? Вы говорите, что деньги вас вроде как не интересуют, но при этом вы говорите о том, что кто-то за кого платит, кто за что платит. Вот. Тут как бы тоже такое небольшое противоречие есть. Так, я с самого начала мужу предложила выделить определенную сумму и обозначить границы нашей семьи. А бюджет у вас был какой? Общий или какой? То есть вы предложили мужу выделять определенную сумму. Обозначить границы семьи. А почему только, почему вы предложили мужу это делать, почему вы этого не сделали сами? То есть сами не обозначили границы семьи, ну, вместе как бы с мужем, да? Вот. То есть непонятно, с кем вы здесь ведете диалог. Дальше. Значит, но родители не пошли на встречу, сказали, нет, ничего не надо, а на деле мама продолжала мужем манипулировать. Ну, понимаете, здесь, на мой взгляд, есть треугольник Картмана, где мама такой тиран, да, который, значит, постоянно манипулирует, тиранизирует и прочее. Ваш сын, этот ваш муж, который спаситель, всех спасает. Точнее, в данном случае он спасает, является жертвой. И вы, спаситель, который пытается спасти своего мужа от мам. Вот. Ну, согласитесь, это довольно интересная позиция, да? То есть, что значит, мама продолжала мужа манипулировать? Если они сказали, что ничего не надо. Если они сказали, что ничего не надо, ну, значит, и не надо было тогда ничего давать. То есть, просто оперируя тем, что сказали не надо, значит не надо и все. Вот. То есть здесь какая-то вот странная позиция тоже. Как-то вот непонятно, кто за что отвечает, кто что вообще делает и так далее. Понимаете? Вот. Мне кажется, что это недоработка, в первую очередь, ну, знаете как, не только ваша, да, сколько именно вот, это недоработка самих отношений ваших с мужем. То есть это говорит о вашей близости с ним, о степени вашей близости с ним, об уровне вашей близости с ним и так далее. Вот. То есть уже здесь, на данной стадии, возникают такие вот моменты, и вы это абсолютно спокойно воспринимаете, ну, по крайней мере, терпится. Дальше, на деле мама продолжает манипулировать. Это выбор мужа. Он был согласен со мной, что надо урезать расходы в сторону сестренки хотя бы и копить нам на наше будущее. Ну, вот не делается это так, понимаете, сперва копится на будущее, сперва что-то приобретается, потом уже люди женятся и начинают жить вместе.
Вот. Либо они очень долго живут вместе без брака, просто проверяют себя, чтобы все было чтобы все устоялось. Вот. А так это как-то странно. Что значит копить нам на наше будущее, а здесь и сейчас жить как же. Он не мог отказать маме. А, вы знаете, нет такого слова «не мог». Есть слово «не хотел». Он не хотел отказывать маме. И так мы жили год, и он обещал, что когда уедем, все изменится постепенно. Уже не будет хотя бы повседневных маминых расходов. Ну вот я пока вижу только мужа. То есть я вижу только мужа, я вижу только его ответственность, что он обещал, он должен, а что обещали, что должны были сделать вы. Какая ваша роль во всей этой ситуации? Вы говорите, что вы скучали, а чем вы занимались? Непонятно. А, поэтому, когда он сказал, что мы останемся еще на год, я была ошарашена и ушла. Ну, в принципе, это понятно, но опять же, это позиция жертвы, от которой вообще ничего не зависит. Понимаете? То есть, вы, по сути, даже и не боролись за своего мужа здесь, ну то есть не боролись даже, а не высказали кредит доверия, не показали мужу, просто взяли и ушли. В первую очередь я была расстроена тем, что это не его личное решение. Нет, вы не хотите верить, что это его личное решение, потому что тогда вы, вам придется признать, что что это муж действует не в вашу пользу. Вот так вот. А, так, самое важное, что он перестал слышать и поддерживать меня. Ну, вы знаете, во-первых, я не очень вижу и понимаю, как вы слышите и поддерживаете его. Это первое. Второе, чтобы слышать и поддерживать вас, нужно вас уважать. Нужно, чтобы вы отстаивали свою позицию. А я не вижу, чтобы вы отстаивали свою позицию, знаете, вот. И тут очень важный момент, что вот мужчина перестал вас поддерживать. Хорошо, он перестал вас поддерживать, это плохо, все понятно. Что это значит для вас? То, что он перестал вас поддерживать, вот именно для вас, что это значит? Понимаете? Ну, перестал вас человек поддерживать. Перестал. Хорошо. Но помимо него у вас есть еще и вы. Понимаете? Вот. А получается, что вы без его поддержки вообще никак не можете. Получается, что без его поддержки вам стало тяжело. Это говорит о том, что самостоятельно справиться вы не можете. Это говорит о том, что собственных ресурсов для преодоления, например, каких-то, ну, трудностей, там, каких-то проблем у вас нет. Вот. У мужчины есть, а у вас нет. И он, скорее всего, чувствует свою силу. Чем дальше, тем больше он чувствует свою силу. И именно поэтому и ведет себя так, значит, как ведет. Далее, несмотря на то, что я была уже беременна, ну это вообще ни к чему не относится. Благодарным для него ребенком, ведь год он выпрашивал у меня и не была готова из-за жилья. Ну это вот перенос ответственности. То есть я рожаю для тебя, это ребенок для тебя, этот ребенок превращается по сути в аргумент. Опять же, личной ответственности здесь нет. А согласились после того, как решили уже точно. Согласилась после того, как решили уже точно съезжать. Ну, понимаете, опять же. Такое впечатление, что вы не знаете мужчин
Да, не знаете, что мужчины судят по его действиям, а не по словам. Тем более, что им манипулирует мама, да, и вы, в общем-то, это видели и знали, что им манипулирует мама. И вы поверили тому, что вы возьмете и, собственно, безоблачно переедете. Вот. То есть тут такое ощущение, что вы, опять же, просто взяли и легко согласились с тем, что от вас хотели. Вот. Не желая, по сути, бороться за свои интересы, не желая защищать их. Вот. Я уж не знаю, по какой причине, но так. Тем не менее, так. Вот. И ребенок это отдельный живой человек, он не может быть для кого-то. Если ваш муж выпрашивал его, значит, он ему нужен был для чего-то. Что тоже, в общем-то, довольно подозрительно. Зачем выпрашивать ребенка и куда, собственно говоря, спешить? Да? Дальше. Тут получается, что он подвел меня. Ну, на самом деле, он просто отразил. Он отразил то, как вы сами к себе относитесь. Вы себя подвели еще раньше. Значит, перестал слышать меня, обвинил в том, что я весь год была плохой невесткой и ни с кем из его родственников не поддерживала отношения. То есть тут прорвались уже, видимо, его собственное недовольство и так далее, что опять же говорит о том, что вы не были искренни друг с другом. И что говорит о том, что вы здесь не оказались преданы. Человек поступает осознанно так, а это уже не предательство. Просто вы проглядели, когда мужчина изменился. Мама ведь не хотели видеть. Вот. Перестал слышать меня. Но это же случилось не внезапно. Обвинил так. Да, я не самая традиционная невестка конкретно для них, но и конфликтов не было, никому не вредило, могу поклясться. Невестка как будто оправдывается. В общем, я ушла, и это ваш выбор. Поначалу мне было хорошо, я отдыхал, он не искал встреч, только гнобил периодически. Как вы думаете, для чего? Потом уехал на вахту и звонил, писал ежедневно, спрашивал, как я, высылал деньги, сказал, что все решит, как приедет. Что именно решит? Это не прощение, это не извинение. Вот. Это просто ухаживание за вами, но это не извинение. Потом приехал и снова позвал жить в тот дом. Я отказался. Он сказал, что я лишаю его радости быть поддержкой и отцом, и что все вокруг страдают от моей гордыни. Что я просто тупо гнул свою линию. Ну, то есть человек не привык к тому, что вы защищаете свои интересы. Вот вы этого, видимо, ранее не делали. Непривычно к этому. Я много нервничал, в общем, я много нервничал. Из-за чего? Я не ожидал, что после такой ласки, которая была в рабочее время, последуют снова эти упреки. Понимаете, перед вами никто не извинялся, еще раз повторяю. Вам не говорили, что были неправы, вам не говорили, что вы правы. С вами не соглашались, с вами просто были ласковы и все. А это само по себе не значит ничего. Абсолютно. Здесь вы выдаете желаемое за действительное. Дальше. Так. Мы снова перестали общаться? Нет. Либо он перестал общаться, либо вы. Никаких «мы» нет. Позже я узнаю, что он съездил с мамой туда, куда мы собирались переезжать, купил там строящемся доме квартиру и оформил на маму. Скорее всего, это и был его план, на вас никто ничего оформлять не собирался. И мама, она изначально, наверное, так и хотела сделать.
Ага, приехал, встретился со мной, про квартиру не сказал, снова позвал к себе, и когда я отказался, выругался и ушел. То есть, по сути, вас воспринимают как определенный довесок к мужчине. Вот и все. И именно так он вас воспринимал на данный момент. Можно говорить о том, что это не он, что это его мама, что раньше он был другим. Можно. Но, понимаете, встречаться – это одно, а жить в семье, в браке – это совсем другое. И то, что мужчина меняется после того, как вы жили с ним уже в браке, это нормально, это естественно. Дальше. Так, на момент встречи я не знала, куда он едет, зачем, через неделю я узнала, интересно, откуда, предъявила ему. Ну вот и зачем предъявили ему, к чему были эти предъявления. Я спрашивала, чем я заслужила это недоверие, и где я была такой меркантильной, что он так поступил. Вы понимаете, это вот такая детская позиция, да, чем я заслужила такое недоверие. То есть это вот поиски изъяна в себе через других людей. Вы обижены на него, и вы не желаете брать ответственность на себя за свою обиду. Здесь. Потому что обида – это ваши ожидания. Ожидание – это ваше желание, и вы в первую очередь отвечаете за них, а не муж. Вот. Либо, если вы считаете и хотите, чтобы муж это делал, ну, это ваше право, то в таком случае вам нужно просто подчиниться его воле. Но вы и это не делаете. И по факту получается, что вы не туда и не сюда. То есть вы и не совсем традиционная и не совсем классическая невеста для своей, ну, для своей культурной среды. То есть вы не сделали выбор ни в пользу одного, ни в пользу другого. Поэтому такая проблема. Вы сперва с собой определитесь, какая вы. Дальше. Мы знакомы уже 6 лет со студенчества. Первая любовь у него и у меня. Ну, первая любовь, к сожалению, редко бывают удачные, потому что это отношение все-таки недостаточно зрелое. Тогда денег не было, мы на последнее ездили друг к другу. Но это скорее страсть. Потом он отправился на работу в ту компанию, которую я рассказала ему я. Для чего? То есть вы как будто сейчас хвалитесь этим, вы как будто сейчас выставляете это на показ, пытаетесь преувеличить свою значимость, свою роль, исходя из этого я делаю вывод, что вы не чувствуете себя достаточно значимой и через брак пытались это реализовать, но это делается не через брак. В общем, мы были вместе во всем. Так не бывает и быть не должно. Даже несмотря на то, что я ушла, я не понимала, за что он так предательски со мной поступил. Еще раз. Вы ищете причины, за что. Это детская позиция. Это типа как, за что мне это все? Не за что. Это следствие вашего выбора. Вы не хотите брать на себя ответственность за то, к чему вы пришли, и поэтому спрашиваете, за что. Если возьмете ответственность и скажете, что это все сделала я, возникает вопрос, а почему я это сделала? Для чего я это сделала? Чем я руководствовался? Да? Вот это и нужно изучать. Далее. Предательски он не поступил, потому что он не извинялся перед вами, а значит, никакого предательства не было. За этот год он предлагал купить мне шубу, дорогой телефон, и я отказался, потому что копили на квартиру, это было мне важнее. Вот опять, вы не живете здесь и сейчас, знаете, и не понимаете, что иногда важнее принять подарок от мужчины, и это укрепит отношения. Чем вы отказываетесь, думая о квартире, вот. То есть, опять же, здесь, скорее всего, вы думаете о себе, а не о муже, да? Вы говорите, что мне важнее, а это не работает так. В общем, я была сильно расстроена, и у меня была истерика. Истерика – это, соответственно, вот
как раз таки со значимостью связано. Он уехал на работу и снова начал звонить, писать, как ни в чем не бывало. Ну, то есть он уверен в том, что вы вернете. Я сказал, так не пойдет, и его поступок я расцениваю как отказ от нашего совместного будущего, и мы разведемся. Ну, это правильно, это правильно. Он объяснил это тем, что жена ушла, а там надо смотреть стройку, бред. Почему бред? Это обесценивание. Здесь вы обесцениваете то, что он говорит. И поэтому оформил на маму. Вот то, что оформил на маму, это, конечно, схоластика. На что я ответил, раз так, раз поступил так, будто жена ушла, значит, пути назад нет и вместе не будем. Но здесь вы уже сами идете на конфронтацию. То есть вам бы здесь поинтересоваться, а почему мам, почему ты не старался разрешить причину, по которой я ушла, а оформлял квартиру на маму. Понимаешь ли ты теперь, что это не наша квартира, а мамина. Вот. Вместо этого вы вот, собственно, с ним спорить. То есть это опять же детская позиция, опять же детское это проявление незрелости. То есть отношения, в принципе, вам стоит рано еще. Или вам нужно делать выбор. Потому что мужчина, вашему мужу нужна женщина подчиняющаяся. А кто нужен вам? Так, значит, он сказал, что взял квартиру для нас. А в чем это проявляется? Потом он снова оскорбил меня, и вы это терпели. Мы то общались, то нет. С тех пор я, как я узнал о квартире и их поездке, я места не нахожу. Из-за чего? Что конкретно вас задело? А задело вас все тоже. Вас не заметили. Вас не отметили. Вы недостаточно значимы. Вот и все. Головой понимаю, что таким человеком больше не хочу жить и расти детей, но сердце плачу. Из-за чего? Сильно скучаю. Почему? Он часто не снится мне. А в каком проявлении? Чего хотите? Как вы себя чувствовали с ним? Подумайте. Я сказал ему, что если ему нужна семья, то пусть изменится и начнет вести себя как глава нашей семьи и мой муж. А вам меняться не нужно? Почему только он должен меняться? Пусть берет ответственность за обещание, за ребенка, пусть переоформит квартиру, пусть найдет, где нам жить сейчас. Ну, это опять же вся ответственность на нем, понимаете, вся вообще ответственность на нем, при том, что вы сами не готовы подчиняться. Вот это и есть, знаете, отсутствие выбора, отсутствие принадлежности к тому или иному социальному слою, к той или иной социальной группе. Вы не ведете себя как классическая жена, которая подчиняется, но вы не ведете себя как не классическая жена, которая сама все решает, а сына все проблемы. А он сказал, что переоформить нельзя до конца строительства августа, но мне все равно. Ну, вот вы не хотите его слушать. Если он говорит, что переоформить нельзя до конца строительства, то пусть как-то это подтвердит. Будет как-то это подтвердить. И если вы не захотите его аргументы воспринимать, это означает, что вы уже решили с ним развестись. Да, он знал это, когда так поступал. Но он, возможно, был на эмоциях, как и вы. У вас же случилась истерика. В общем, суть в том, что днем и ночью думаю обо всем этом и переживаю. Это навязчивые мысли, навязчивые идеи. Навязчивые идеи связаны с тем, что ваше желание, вы видите значит, только в одной форме реализации и больше ни в какой. Как только вы подниметесь чуть-чуть повыше уровнем, подумайте, чего вы хотите и как можно это еще по-другому реализовать, и в чем причина вашей, например, заниженной самооценки и собственной, и отсутствие собственных личных границ, поверьте, все эти проблемы отойдут на задний план. Хоть отвлекаю себя делами, а какими делами? Я так понял, что вы не работаете, вы не учитесь, какие дела? Я тоскую по нашим воспоминаниям. Вы только вдумайтесь. Тоскую по нашим воспоминаниям. Вы не по человеку тоскуете,
а по воспоминаниям, то есть по тем, по тем фактам прошлого, которые между вами были. Это по сути означает, что вы тоскуете по тому, как вы себя чувствовали. А это значит, что вы тоскуете по ощущению себя, не по мужчине, а именно по тому, как вы себя чувствовали. Так вот и подумайте, как же вы себя чувствовали, что это было за чувство у вас, и что можно сделать, чтобы его реализовать по-другому, чтобы быть независимой, потому что сейчас вы зависимы, и это делает ваши отношения неравными, болезненными. Далее, мне больно, что больше этой любви нет. Опять же, вам больно. Почему? Что вы потеряли? Больно и обидно, что он меня не любит, как раньше. Вот, Айнагуль, почему? Откуда боль, что он не любит вас, как раньше? Ведь это ваша боль, она с чем-то связана, она связана с мыслями о себе. Ведь любить или не любить, это даже не выбор человека, а это чувство. А вы получаете, получается, переносите это на себя. То есть получается, что вы думаете о себе хуже. Получается, что вы и раньше о себе думали хуже, вероятно. Больно из-за того, что я недостаточно хороша для его мамы. А должны быть, он смог так быстро забыть все хорошее, что я ему делала. А он должен помнить то хорошее, что вы для него делали. А для чего вы делали хорошее ему? Я не могу справиться с этими переживаниями. С ними надо не справляться. Вы пытаетесь их подавить. Их не надо подавлять. Они не подавят. Нужно раскрыть их. Принять их. Увидеть, что за желания за ними стоят. Тогда будет легче. Так, ну здесь психосоматика. Я скучаю по нему. Ну, вы уже сказали, что скучаете по воспоминаниям. В то же время знаю, что вернуться, все пойдет по кругу, я не знаю, что делать. Отслеживать свои желания, изучать свою потребностную сферу, работать над эмоциональным интеллектом, то есть повышать свой эмоциональный интеллект, личную ответственность учиться брать, и тогда все уже не будет так, как есть сейчас. Либо делать окончательный выбор в пользу того или иного социального слоя. Я не могу самостоятельно справиться с этим состоянием, ну и не справитесь, вам нужна помощь психолога, вот, и интересно, что вы задаете вопрос сюда, а не выбираете индивидуально себе эксперта и не работаете в режиме видео или аудиосвязи, что гораздо более эффективнее. Вообще, я давно не смеюсь и не радуюсь ничему, здесь вы как бы жалуетесь на то, что это происходит. Вот это естественно, это нормально. Но опять же, с другой стороны, это говорит о том, что для вас это все слишком важно. То есть это, по сути, стало смыслом вашей жизни. А так быть не должно. То есть помимо мужа и помимо семьи должны быть еще какие-то ваши личностные смыслы. И самое плохое, что ребенку от этого тоже нехорошо. Вот о ребенке вы не думаете. Абсолютно. О ребенке вы абсолютно не думаете. Про ребенка вообще все забыли. Возможно, я что-то упустила, но постарался максимально подробно описать ситуацию, чтобы вы меня поняли. Мы вас поняли, а дальше что? Дальше что? Все ваши установки, которые вы вынесли, про ответственность, про поведение мужа, поведение жены, про отношение к той же первой любви, например. Все это вы вынесли из семьи. И все это вам нужно либо принять полностью, либо полностью отвергнуть. Потому что иначе вы не сможете быть счастливой. Вот. Вы и так, по сути, не сделали выбор. Вот. Когда жили, ну вот, когда жили, с мужчиной, вы не сделали выбора, ну вот, вы его просто не сделали.
То есть вы не решили ни в пользу одного, ни в пользу другого, да, об этом я уже говорил. И плюс еще эти установки, которые вам тоже покоя явно не дают. Вот, с этим всем нужно работать. Вот. А я надеюсь, что дал вам определенную пищу для размышления. Подумайте над всем этим. Если готовы будете поработать, то выбирайте эксперта и начинайте консультироваться. Хотя бы, если не для себя, то хотя бы ради ребенка. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А также буду благодарен, если вы вознаградите меня за труд, потому что очень много достаточно получилось. Всего вам самого доброго и удачи!